Всем привет, с вами Алекс и сайт rimpc.by. В этом видео хотелось бы рассказать про очередную халяву. Итак, погнали! Сегодня 9 марта, и можно совершенно бесплатно добавить себе в библиотеку Steam парочку интересных игр. Плюс хотелось бы рассказать про несколько бесплатных, о которых вы, возможно, не знали. Ну а прежде чем мы к ним перейдем, хотелось бы вам порекомендовать канал Terminator Top Gamer. Здесь вы можете найти прохождение игр, в том числе новинок. Сейчас активно проходится Final Fantasy 15. Также здесь онлайн игры, летсплеи, плюс озвучки. В общем, можно найти прохождение всех последних крутых новинок. Канал Terminator Top Gamer, ссылка в описании. Итак, что же сейчас совершенно бесплатно можно забрать? Нам опять дали возможность забрать Amnesia Collection фактически, то есть и оригинальную игру, и дополнение. Что для этого нужно? Просто перейти на страницу в Steam, нажать «Установить игру», и они добавятся вам в библиотеку. Имейте в виду, что предложение это ограничено. Обычно там сутки или сколько, может чуть больше. В общем, ограниченное время действует предложение, поэтому забирайте и чуть что, может, друзьям сообщите. Да, мы как-то забирали уже Amnesia Collection, но, может, кто-то еще не знал, пропустил и так далее. То есть, получается, вот «Установить игру» нажимаете, информация о комплекте, и вот у вас окажутся две игры сразу. Библиотеки. Ну или на всякий случай на страничке просто Machine for Pix нажмите и на страничке с дополнением тоже нажмите «Установить», чтобы они уже точно появились у вас в библиотеке. Итак, то есть Амнезия, если кто не знает, это такой хоррор от первого лица, атмосферный, крутой, один из самых страшных, поэтому можете забрать. Актуален и по сей день. Дальше хотелось бы вам также сообщить про любопытную игру World of Guns Gun Disassembly. То есть, может, еще кто-то не слышал, не знает. Да, не смотрите на графику, но это у нас симулятор поведения, сборки, разборки оружия. То есть максимально приближенный к реальности. Если кому-то нравится огнестрельное оружие, то здесь вы можете вот заняться чем. Смотрите. Значит, здесь сборка, разборка всех деталей, то есть до мельчайших просто чуть ли не до болтика. То есть вы собираете, проверяете, то есть здесь и... В общем, кому нравится такая тематика. Ссылочки все эти будут в описании. Игра вышла у нас в 2014 году, в основном положительные... Ну, фактически очень положительные отзывы почти. Поэтому можете посмотреть. Игра бесплатная, free-to-play. Значит, для одного игрока достижение Steam коллекционной карточки. То есть можно в достижениях совершенствоваться. World of Guns. Смотрите, ссылочка будет в описании. Дальше хотелось бы сообщить о том, что Хизи H1Z1 стала бесплатной. Выживалка, Battle Royale. То есть, казалось бы, как так? Сейчас все негодуют, покупал кто-то там за 1200, кто за 1000, кто за 500 на скидках. И сейчас все-таки сделали ее бесплатной, потому что видят, что онлайн падает, популярность падает. Появилось много различных Battle Royale игр, в том числе PUBG. Fortnite тоже сейчас бьет рекорды и видит, что из Хизи уходят. Поэтому сделали совершенно бесплатной. То есть сейчас вы тоже можете перейти по ссылочке в описании, нажать «Играть» и все, фактически бесплатно играть. Такие вот дела на данный момент. Также хотелось бы вам еще сообщить про игру Awesome Nauts. Значит, это у нас такой, получается, 2D-моба. Для нескольких игроков онлайн, тоже совершенно бесплатно сейчас, ссылочка будет в описании. Может, кому нравится такой стиль, стилистика мобов 2D. Очень красочная, яркая, нетребовательная. Для одного игрока, для нескольких, кооперативная, ну, миллион всякого всего. Плюс карточки. Во всех тех играх есть коллекционные карточки. То есть, в любом случае, кто-то что-то для себя найдет. В том числе эти Awesome Nauts, тоже прикольная, любопытная игра. Все, в общем-то, все ссылки будут в описании, не забывайте смотреть туда. Также в описании будет ссылочка на статейку, в которой собираю все-все-все вот эти вот раздачи. Здесь все эти видео прикреплены. Вы можете время от времени сюда заходить, если появилось новое видео, то смотрите, забираете ключик, очередную игру и так далее. Также не забывайте, что вы можете вместе со мной добавлять крутые новостейки из мира видеоигр на сайте rimpc.by в раздел «Блоги». Инструкция в описании, я обитаю здесь. Все, с вами был Алекс из сайта rimpc.by. Не забывайте, что я продолжаю дальше следить за различной халявой, крутыми раздачами, ключами, Steam и так далее. Спасибо за просмотр.